Хранители фолиантов отмечают профессиональный праздник. День библиотекаря в Ульяновской области начался с мероприятия, на которое приглашены лучшие специалисты и первые лица области. Виновников торжества поздравил губернатор Сергей Морозов. Сегодня действительно все мы, не только вы, как библиотечное сообщество нашей страны, но и все мы, кто любит книгу, кто любит чтение, с огромным удовольствием отмечаем ваш профессиональный праздник. 25-й раз. Юбиляры подготовили акцию для своих читателей. Сейчас, когда посещение общественных мест строго регламентировано, очень важно сохранить связь с аудиторией. В областном дворце книги этой весной были организованы чтения в прямом эфире. Также ульяновские библиотекари разработали проект под названием «25 мгновений истории». Новшество пройдет в виде онлайн-экскурсии по лучшим библиотекам нашего края. Сегодня о себе будут заявлять три областные библиотеки. Это дворец книги, Аксаковка и специальная библиотека для слепых. И с завтрашнего дня, с 28 числа, один день будет предоставлен одному муниципальному образованию. Это будут все библиотеки муниципального образования рассказывать о своих возможностях. Областные не отстают от городских, и те, и другие переходят в модельный, то есть современный формат. Некоторые из них пока что не подогнали себя к новым стандартам, но успели развить свежие направления. В Димитровграде есть интересное заведение, где можно не только почитать, но и позаниматься творчеством. Проводится очень много творческих мастер-классов, фотосессий. Организуется зона косплей, где дети могут с удовольствием прийти, обыграть с помощью мимики и жестов своих любимых персонажей. Всех собравшихся в торжественном зале Дворца книги глава региона наградил ценными подарками и благодарственными письмами. Также для гостей мероприятия был организован концерт. Виктория Чиркова, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.